В Московской области с 1 мая действует программа лояльности по оплате жилищно-коммунальных услуг – коммунальный бонус. За онлайн-оплату единого платежного документа жители региона смогут получить купоны на скидку от 5 до 50% на различные товары и услуги, благодаря чему можно сэкономить 1000 рублей в год. Уже сейчас в личном кабинете Мособл-ЕИРЦ зарегистрировано более 1,5 миллиона пользователей. Это почти половина всех плательщиков коммунальных услуг в Московской области. Но многие и не знают о возможностях коммунального бонуса. Что показал опрос на улицах города? Давайте узнаем. Это нововведение или раньше так было? С 1 мая. А, хорошо, будем знать. Спасибо. Буду пользоваться, пока не знаю, как именно, что именно, я пока не разбиралась. С 1 мая даже действует? Да. Понятно. Мне что-то в интернете я нигде не видел, если честно, об этом не знал. Здорово. Здорово. Надо уточнить, конечно. Почему бы нет? Все здорово, зайдем. Даже сегодня вечером можно сделать. Очень интересно. Я буду пользоваться. Я не знала об этом. Я просто не знала об этом, ребята. Вы пользуетесь коммунальными бонусами? Да, значит, мы сейчас начали. Так, что это вам дает? Как вы это оцениваете? Ну, как удобно, конечно. Удобно и приятно, что если ты вовремя все оплачиваешь, тебе дают бонусы. Ну, в общем, мы с мужем пользуемся, мы заценили это новшество. Там какие-то продуктовые были бонусы, и мы их уже даже использовали. Еще раз напомню, существует несколько способов оплаты жилищно-коммунальных услуг онлайн. Это можно сделать в личном кабинете или через кнопку «Моментальной оплаты» на mosobl.eirts.rf, а также с помощью мобильных приложений, которые доступны в App Store и Play Market. Подробная информация и условия программы размещены на сайте mosobl.eirts.rf.